это из Америки, это из компании, которая поддержала это. Я хочу пригласить еще одного из наших партнеров, это Экопротив. Поздравляю всех с состоявшимся мероприятием. Все очень понравилось. Каждой модели мы подготовили пакет подарков данного желания. И также скидку на сертификат на приобретение нашей продукции. Добрый вечер. Мы представляем агентство «Праздник шоколада» «Старобельск». Мы относительно молодое агентство, но амбициозное. Что я хочу сказать? Это было очень приятно и очень большой опыт лично для меня. Принимать участие в таком масштабном проекте для нашего города. И с кафе, и с ресторанами, и с частными клиентами. У вас у всех на столе есть визитки, есть наши контакты в Инстаграм. Это как раз вся продукция для моделей. Бурными аплодисментами еще раз поприветствовать наших гостей из Киева, Юлия и Лилию. За этот прекрасный праздник, за возможность. Спасибо огромное. Самое главное, что мы раскрепощаем наших девчонок, мы даем им уверенность в себе, в своих силах, чтобы они почувствовали себя модельками, маленькими звездочками. Очень интересно, и мне нравится видеть результат наших девчонок. Смотрите, красивенько, ладно? Все красивенько, посмотрите на камеру, можете помахать. Сегодня мы проводим показ нашей коллекции, коллекции «Парасола». Цей проект називається Fashion Story. Можна тут подивитися. Цей краєм нашої країни, який знаходиться в Україні, тому що Україна велика. І ми хочемо, щоб і тут було багато гарного, всього і сучасного. Хоча тут багато і гарного, і сучасного, але хочеться, щоб було більше. Мы знакомы уже с брендом «Парасола» уже несколько месяцев, поэтому, когда они сказали, что приезжают в рубежное, предложили нам поучаствовать, конечно, мы согласились. Хочется сказать еще слова благодарности, конечно же, Юрию Бабаеву и Лилии Кухарчук за то, что они сегодня с нами, за то, что они в нашем регионе развивают, помогают развивать нам, скажем так, модельный бизнес.